Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» вместе с депутатом Мосгордумы Валерием Головченко навестили ветерана Великой Отечественной войны, участника легендарного парада Победы 1945 года, почетного гражданина Одинцовского округа Константина Федотова. За время жестоких боев Константин Сергеевич 12 раз получал благодарности от верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Сейчас ему вручили памятные часы, гостинцы, цветы и благодарность от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова за заслуги перед городским сообществом. Встреча с ветераном прошла в рамках проектов «Старшее поколение» и «Историческая память».